Шупуэ, рецепт 1802, урожай 2019 года, из ассортимента чайного куба «Души не чаю», Москва. Так как мы имеем дело с порционным продуктом, заваривать приходится полную плитку. В нашем случае это 4,11 грамма весит сегмент. С чем это связано? При плотной прессовке расслоить эту плитку без потерь не получится. И в разваре мы будем видеть не оригинальное сырье, а, соответственно, поврежденное сырье, которое получится, когда мы будем пытаться отделить 2,5 грамма. Вот. И впечатление от чая может быть неправильное. Поэтому, увы, приходится заваривать тот объем, который имеется. Аромат сухой заварки на прогреве дыханием. Орехово-пряный, не яркий. Без рыбы, без земли, в аромате сухой заварки. По проливам. В данном случае берем плитку 4,1 грамма и завариваем на 100-миллилитровую китайскую фарфоровую гайвань. Промывка 30% от нормы. Первый пролив 90% от нормы. Второй пролив 100% от нормы. Третий пролив 100% от нормы. Четвертый пролив 100% от нормы. Пятый пролив 80% от нормы. Шестой пролив 50% от нормы. Несмотря на плотную прессовку, плитка легко расходится в гайване. Так что проблем с завариванием возникнуть не должно. Чай комфортный, комфортен при заваривании. Плотный, наваристый чайный настой с осадком в мелкой фракции. Вкус заваренного чая чистый, древесно-пряный, с легкой сливочной ноткой и ментоловым шлейфом в послевкусии. Данный шум можно заваривать в нефть, так что чайные нефтяники будут довольны. Аромат пустого чихая, камфорно-орехово-шоколадный. Причем вот эта шоколадная нотка, она горький шоколад. Тема горького шоколада. С 4,11 грамма можно при должной сноровке наварить около литра шухи. Чай отлично подойдет для начинающих и рачительных чайных пьяниц. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.